Шершеля Фам. У палацу Румянцевых и Паскевичева открылась выстава антикварной мебли и жаночих аксессуаров 19-20 стагоддзяў. Экспонаты для ее предоставил гомельский коллекционер Сергей Путилин. У минулые часы покои для дам упрыгоживали дорогие мебли, позолоченные люстерки, гобелены и фарфоровые статуэтки. Свои уборы дамы дополняли ажурными каунерыками, сумочками, веерами и парасонами. Выставочные залы палаца поделили на тематичные зоны, присвеченные разным сферам життя жанчын. У будуарах дамы прихорошвалися, у кабинетах писали листы и читали, у гостиных рукодельничали и гуляли с детьми. Сирот звыклых предметов у представленной экспозиции можно знайсти достатково редкие. Например, щипцы для растяжки лайковых пальчаток и фотоальбом с музычным механизмом. Доведаться, какие аксессуары выкористовывали жанчыны для створения своих образов и какие речи окружали светских и львиц минулых стагоддзяў, можно до 19 мая.